ладно. Побыли пару часов дома, это уже хорошо. Сейчас едем на работу, забираем мозг от Сьерры и едем пробовать ее запускать. Паха вроде говорит, все там по проводке закончил, посмотрим. Как вы поняли, двигаюсь все еще на маршрутке. Единственное, задний спальник сейчас свободен. Ожидаем приезд Весты со дня на день. И еще шмурдяк, который мы оставляли на D1. Далее оставили палет на D1. Но РДС загрузил его к себе. Не знаю, ошибочно, не ошибочно. Или может просто кто-то не передал информацию кое-кому. Но этот палет едет в ЕКП. Будем разбирать и отправлять во Владик. Еще забыл очень важную информацию передать. В эти выходные будет организована выставка на Экспо, которую проводит Drive Racing. Поэтому мы думаем выставить Весту, точнее мы ее по-любому уже выставим. Поэтому приезжайте, фоткайтесь, конкурс на 5 косарей продолжается. Прям горяченькие и тепленькие обвесы на жигульмешку привезли, перегрузили. Так что, ребятки, ожидайте в наличии клуб Турбо. Все в ЕКБ в клуб Турбо.